Животворные наставления, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе. Пресношущая Троица, которой мы поклоняемся в одном существе, сними с меня обременительную тяжесть греха и по своему милосердию даруй мне умилостивительные слезы и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица, прими меня, кающегося. Внемли небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внемли небо, я буду возвещать, земля, прислушайся к кающемуся и прославляющему Бога голосу. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Боже, Спаситель мой, возри на меня милостивым Твоим оком и прими мою пламенную исповедь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я один более всех людей согрешил пред Тобою, но, о Спаситель, жалься над Твоим созданием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Отобразив на себе безобразие моих страстей, я исказил красоту ума сластолюбивыми стремлениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердный Господи, меня охватывает ураган зла, но как Петру и мне Ты простри руку. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я осквернил одежду моей плоти, Спаситель, и изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Удовольствием и страстей я омрачил красоту души и весь ум все совершенно в прах превратил. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель в начале, и потому лежу нагим. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я облегся в изорванную одежду, которую соткал для меня змий коварством, и потому стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердный, слезы блудницы я проливаю, смилуйся дана мною, Спаситель, по Твоему благоснисхождению. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я взглянул на красоту дерева и прельстился в уме, и теперь лежу нагим и стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Все началовожди страстей орали, пахали на хребте моем, растягивая вдоль по мне беззаконие свое. Все слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспеваю Тебя, единого в трех лицах, Бога всех, Отца, Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица Дева, Ты одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. На неподвижном камне заповеди Твоих, Христе, утверди мое помышление. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Некогда, дождив огонь от Господа, Господь попалил землю Содома. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа, спасайся, как праведный Лот на горе, и поспешай укрыться всегор. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Беги, душа, воспоминания, беги содомского пожарища, беги истребления божественным пламенем.
помилуй мя, Боже, помилуй мя. Христос, Спаситель, согрешил, я один согрешил пред Тобою больше всех. Не презирай меня, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты добрый пастырь, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Сладчайший Создатель, мой Иисус Спаситель, Тобою я оправдаюсь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, я пред Тобою исповедаюсь, безмерно согрешил я против Тебя, но по Своему милосердию отпусти, прости меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О, Троица, Единица, Боже, спаси нас от заблуждений, искушений и опасностей, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чрево, вместившее Бога, радуйся, престол Господень, радуйся, Матерь нашей жизни. Услышал пророка пришествие Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от девы, явиться людям. И сказал, услышал я весть о Тебе и устрашился, слава силе Твоей, Господи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, не прежде творений Твоих, не оставь создания Твоего, праведный судья. Ибо хотя я, как человек, один согрешил более всякого человека, но Ты, человеколюбец, как Господь всего мира, имеешь власть отпускать грехи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Конец приближается, душа приближается, и Ты не заботишься, не готовишься, время сокращается, восстань. Судья уже близко при дверях, время жизни проходит, как сновидение, как цвет. Для чего мы напрасно суетимся? Но Ты Духом Святым возбудил меня на истинное покаяние. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Пробудись, душа моя, размысли о делах своих, которые Ты сделал. Представь их пред своими очами и пролей капли слез Твоих. Безбоязненно открой Христу дела и помышления Твои, и оправдайся кровью Его. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Ни в жизни, ни греха, ни деяний, ни зла, в которых я не был бы виновен, Спаситель, умом и словом, и произволением согрешив, и намерением, и мыслью, и делом так, как никто другой никогда. Но Ты по неложному слову Твоему простил меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я несчастной своей совестью, строже которой нет ничего в мире. Судья, искупитель мой, испытатель, но Ты пощадил, избавил и спас меня, раба Твоего. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит указанием, душа моя, на восхождение делами, на возвышение разумом. Поэтому, если хочешь жить в деятельности, в разумении и созерцании, то обновляйся в Духе Святом, получив уже рождение свыше. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, ежедневно сокращая время, пася стадо, трудясь и служа, чтобы получить себе две жены. Для меня этот пример в Священном Писании. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Под двумя женами понимай деятельность и разумение, в созерцании подлию, как многочадную деятельность, а под рахилию, как полученное через многие труды разумение, ибо без трудов душа ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются. Как счастливы мы и безопасны, имея толкование святых отцов в церкви! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нераздельным по существу, неслиянным по лицам, богословски исповедую Тебе троичное единое божество, соцарственное и сопрестольное, возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И родцы, Ты и остаешься девою в обоих случаях, сохраняя по естеству девство, рожденный Тобой обновляет закон природы, а девственное чрево рождает, когда пожелает Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, жизнь свою я постоянно проводил в ночи, ибо мраком и глубокой мглою была для меня ночь греха, но Ты соделал меня сыном дня, Спаситель. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Подобно Рувиму я несчастный совершил преступное и беззаконное дело пред Всевышним Богом, осквернив ложе мое, как тот отчие, но Ты простил меня по милосердию Твоему. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Исповедуюсь Тебе, Христос, Царь, согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа плод чистоты и целомудрия. Но Ты сам взыскал меня из плена греховного. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Но приняв Тебя, я получил прощение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Но встреча с Тобою, Иисусе, все изменила. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. С родниками предана была душа праведная, возлюбленный продан в рабство, прообразуя Господа, ты же душа сама всю продала себя своим пороком, но ты очистил меня, омыл кровью своею. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Подражай праведному Иосифу и уму его целомудренному, несчастная и невоздержная душа, не оскверняйся и не беззаконствуй всегда безрассудными стремлениями. Силу и победу над грехом ты даешь мне сам. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Владыка Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз твоего погребения и воскресения принесу ли когда-либо что подобное тебе? Я думал я, но ты извлек меня из тенистого рва. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога, и свят, свят, свят Ты, Отец, Сын и Дух, простая сущность, единица вечно поклоняемая, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. В Тебе, нетленная, не познавшая мужа, Матерь, Дева, сотворивший мир Бога, облекся в мой состав и соединил с собою человеческую природу. От всего сердца моего я возмал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Искренно приношу Тебе, Спаситель, слезы очей моих и воздыхание из глубины сердца, взывающего: Боже, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною. И Ты услышал и ответил мне. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Уклонилась Ты, душа, от Господа своего, как Дафан и Аверон, но воззвала из ада преисподнего: пощади, чтобы пропасть земная не поглотила Тебя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Расцвирепев, как телица, Ты, душа, уподобилась Ефрему, но как серна спасена, оттенет свою жизнь, окрылив ум деятельностью и созерцанием. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Моисеева рука да убедит нас, душа, как Бог может убелить и очистить прокаженную жизнь, и не отчаивайся сама за себя, хотя ты и поражена была некогда проказою.
Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий, за призыв твой. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог вездесущий и все наполняющий. За призыв твой славлю тебя, Господи, Боже мой. Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам. Но не оставь нас до конца, Боже, отцов, ибо ныне мы искупленные чада Твои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Я согрешил, жил в беззакониях и нарушал заповедь Твою до встречи с Тобою, ибо я рожден в грехах и к язвам своим приложил еще раны. Но Сам Ты помиловал меня, как милосердный Божий отцов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тайны сердца мое открыл пред Тобою, судьей моим. Воззри на смирение мое, воззри на скорбь мою, обрати внимание на мое ныне осуждение, и Сам помилуй меня, как милосердный Божий отцов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Саул, некогда потеряв ослиц своего отца, неожиданно с известием о них получил царство. Душа, не забывайся, предпочитая свои скотские стремления Христову царству, запоминание о сём. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Если богатец Давид некогда и вдвойне согрешил, будучи язвен стрелою прелюбодеяния, сражен был копьем мщения за убийство, но ты, душа моя, сама страдала более тяжко, нежели этими делами, произвольными стремлениями. Но ты усыновил меня, Иисусе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Давид некогда присовокупил беззаконие к беззаконию, ибо с убийством соединил прелюбодеяние, но скоро принес и усиленное покаяние. А ты, коварнейшая душа, совершив большие грехи, раскаялась пред Богом и была прощена. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Давид, некогда изображая, как бы на картине, начертал песнь, которой обличает совершенный им проступок, взывая: «Помилуй меня, ибо согрешил я пред Тобою, одним Богом всех, Сам Ты очистил меня». Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Троица простая, нераздельная, насущная и одно божество, светы и свет, три святые, одно лицо свято, Бог, Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же и ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила одного из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Кого прославляет воинство небесное, и пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди мой ум к обращению, прими кающегося, умилосердись над взывающим. Я согрешил пред Тобою, спаси, я жил в беззакониях, и Ты помиловал меня. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Везомый на колеснице Илия, взойдя на колесницу добродетелей, некогда вознесся как бы на небеса превыше всего земного, помышляй, душа моя, об его восходе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Некогда Елисей, приняв милость от Илии, получил сугубую благодать от Господа, и ты, душа моя, получила этой благодати за воздержание. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Елисея, милостью Илии, некогда разделил потоки Ордана на ту и другую сторону, и ты, душа моя, получила еще большую благодать за воздержание и веру в Иисуса Христа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Санамитянка некогда угостила праведника с добрым усердием, а ты, душа, если не примешь в свой дом ни странника, ни пришельца, зато будешь извержена вон из брачного чертога с рыданием. Ты сам соделал меня странноприимным. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты, несчастная душа, непрестанно подражала нечистому нраву Гиезия. После искреннего покаяния и обращения к Господу, ты, душа моя, отвергла его сребролюбие и, оставив свои злодеяния, избегла огня гиенского. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Безначальный Отче, собезначальный Сын, Утешитель благий, Дух правый, Родитель Слова Божия, безначальное Слово Отца, Дух животворящий и созидающий, Троица единая, помилуй меня, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Эммануила, соткалась внутри твоего чрева пречистая, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем тебя истинною Богородицей. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, без мужной матери нетленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому тебя, как Богоневесту Матерь, мы все роды православно величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ум изранился, тело расслабилось, дух болезнует, слово потеряло силу, жизнь замерла, конец при дверях. Но вот ты встретила Искупителя своего Иисуса, несчастная душа, и Он исцелил тебя, одел в брачную одежду. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Я воспроизвел пред Тобою, душа, сказание Моисея о бытии мира, и затем все заветное Писание, повествующее о праведных и неправедных. Из них ты, душа, стала подражать не последним, а первым, не согрешая пред Богом, получив по благодати от Него силу побеждать грех. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ослабел закон, но воздействует Евангелие, не пренебрежено все Писание Тобою, пророки и всякое слово праведника не потеряли силу, язвы твоей душа исцелились врачом Иисусом Христом, исцеляющим тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Из Новозаветного Писания привожу тебе примеры, душа, возбуждающие в тебе умиление. Так подражай праведным и отвращайся примера грешных, и умилостивляй Христа молитвою, постом, чистотою и непорочностью. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос, сделавшись человеком, призвал к покаянию разбойников и блудниц. Покайся, душа, дверь царства уже открылась, и прежде тебя входят в нее кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи. Веди меня по неложному обещанию твоему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос сделался человеком, приобщившись ко мне плотью, и добровольно испытал все, что свойственно природе, за исключением греха.
показывая тебе, душа, пример и образец своего снисхождения. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Христос спас волхвов, призвал к себе пастухов, множество младенцев сделал мучениками, прославил старца и престарелую вдовицу. Их деяниями и жизни подражай, душа, иначе горе тебе, когда будешь судима. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Господь, постивший 40 дней в пустыне, наконец залкал, обнаруживая в себе человеческую природу. Не унывай, душа, если враг устремится на тебя, но да отразит он от ног твоих молитвами и постом. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом, жизни и жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сохраняй град свой, Пречистая Богородительница, под Твою защиту он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный отче Андрей, моли Бога у нас! Андрей, досточтимый отец, преблаженный пастырь Крицкий, не переставай молиться за воспевающих Тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренне почитающим память Твою. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой, Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится зло, нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех делающих беззакония, Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему, страхе Твоем, Господи, путь веди меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй пред Тобою путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортаних открытый гроб, языком своего льстят, осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их, отвергни их. Ибо они возмутились против Тебя, и возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямым и сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. А пищей были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит в стене. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Святитель Иоанн Златоуст говорит нам о цели и пользе поста. Бог поста и воздержания требует от нас не просто для того только, чтобы мы не вкушали пищи, но для того, чтобы, удаляясь от житейских дел, употребляли все свободное от них время на занятия духовные. Если бы мы строили жизнь свою внимательно и всякую свободную минуту посвящали духовным занятиям, если бы и пищу принимали только для удовлетворения потребности, и всю жизнь проводили в добрых делах, то не было бы нам нужды и в подобии от поста. Но так как человеческая природа нерадива и расположена к невоздержанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь, как любящий Отец, и изобрел для нас от забот житейских и к делам изобрел для нас врачество в посте, дабы отвлечь нас от удовольствия и обратить от забот житейских к делам духовным. И если некоторые из приходящих в церковь чувствуют телесную слабость и не могут оставаться до вечера без пищи, таким советую, чтобы они и телесную слабость свою подкрепляли и не лишили себя духовного поучения. Но о нем-то гораздо больше и заботились. Ибо и время воздержания от пищи есть много путей, могущих отворить нам двери дерзновения пред Богом. Итак, кто вкушает пищу и не может поститься до вечера, тот пусть подаст обильнейшую милостыню, пусть творит усердную молитву, пусть оказывает напряженную ревность к слушанию Слова Божия. Здесь нисколько не препятствуется нам телесная слабость. Пусть примиряется с врагами, пусть изгоняет из души своей всякое пометозлобие. Если он будет исполнять это, то совершит истинный пост, такой, какой именно и требует от нас Господь. Ибо и само воздержание от пищи Господь заповедует для того, чтобы мы обуздывали вожделение плоти, делали ее послушную в исполнении заповедей. Узнав это от нас, вы, могущие поститься до вечера сами в себе, прошу вас, усиливайте, но возможности это доброе и похвальное свое усердие. Ибо если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочные вожделения. Напротив, душу просветляет, окрыляет, делает легкое и парящую горе. А что касается до братьев ваших, которые не в состоянии поститься до вечера ради телесной немощи, их увещевайте, не оставлять этой духовной пищи слушания поучений. Принятие пищи до вечернего богослужения не должно стыдиться, ибо подвергает нас стыду не вкушение пищи, но делание зла. Великий стыд – это грех. А если употребляешь пищу с умеренностью, нам нечего стыдиться, ибо Господь соединил нас с таким телом, которое не может существовать иначе, как принимая пищу. Только да избегнем неумеренности, потому что умеренное употребление пищи весьма много способствует здравию и крепости нашего тела. Не видите ли каждый день, что от роскошных столов и неумеренного насыщения происходит и бесчисленные болезни? Откуда и болезни в ногах, откуда болезни головные, откуда умножение испорченности и влаг, откуда бесчисленное множество и других болезней. Не от неумеренности ли, не от того ли, что мы вливаем в себя вина более надлежащего. Как судно, залитое водою, скоро погружается и тонет, так и человек,
предавшийся объедению и пьянству, несется в бездну, потопляется свой разум и лежит, наконец, как живой труп. Делать зло может, а к добру способен не более мертвых. Посему молю, подобно блаженному Павлу, попечение о плоти не превращайте в похоть. Римлянам 13, глава 14 стих. Но укрепляйтесь и умножайтесь ревностью о делах духовных. На книгу Бытия. Десятая беседа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присланному, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Спаси меня, Господи, ибо не стало праведно, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивые, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят языком нашим, переселим уста наши с нами. Кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздержания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюешь их от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные сынов человеческих возвысились. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. С нами Бог, разумейте, языцы, покоряйтесь, яко с нами Бог. Услышите до последних земли, яко с нами Бог. Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог. Аще вы паки возможете, и паки побеждены будете, яко с нами Бог. Иже аще совет совещеваете, разорит Господь, яко с нами Бог. И слово еже аще возглаголите, не пребудет в вас, яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог. Господа же Бога нашего того осветим, и той будет нам во спасение, яко с нами Бог. Яще на него надеюсь я буду, будет мне в освящение, яко с нами Бог. И уповать буду на него, и спасуся им, яко с нами Бог. Сиазы дети, я же медади Бог, яко с нами Бог. Люди, ходящие во тьме, видящие свет вели, яко с нами Бог. Живущие во стране и сени смертней, свет воссиял новым, яко с нами Бог. Яко утроча родися нам, сын и дадися нам, яко с нами Бог. И Боже начальство бысь на раме Его, яко с нами Бог. В мире есть несть предела, яко с нами Бог. И нарицается имя Его велико совета ангел, яко с нами Бог. Чуден советник, яко с нами Бог. Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами Бог. Отец будущего века, яко с нами Бог. С нами Бог, возьмите языцы, покоряйтесь, яко с нами Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С нами Бог, разумейте языцы, покоряйтесь, яко с нами Бог. И ныне присно, и ныне присно, и во веки веков. С нами Бог, разумейте языцы, покоряйтесь, яко с нами Бог. День пришед, благодарю Тебя, Господи, вечер прошу. С ночью без греха подашь мне, спаси и спаси меня, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. День пришед, слава славлю Тебя, Владыка, вечер прошу. С ночью без соблазненно подашь мне, спаси и спаси меня, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. День пришед,
Песнославлю тебя, святый, вечер прошу, с ночью ненаветен подашь мне, спаси и спаси мя. Бесплотное естество херувимское, немощными песнями тебя славословят. Шестокрыльное животное, серафимы непрестанными глазы тебя превозносят. Ангелов же вся воинство тве святыми песнями тебя восхваляет. Прежде бо всех еси сын, отец и собезначальный, имеющий твоего сына и равночестное, нося духа жизни, Троица, являешь нераздельная, Пресвятая Дева, Мати Божия, еже Слово Самовица, и слуги, пророк же и мученик, и все лица, яко бессмертную имуще жизнь. О всех молитесь прилежно, яко все есть мы в бедях, да примет избавшийся лукавого ангельскую, воспеем песнь, святый, 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 святый Господь, помилуй, спаси нас. Аминь. Верую во единого Бога, со всеми жителя, Творца неба и земли, видимы же всеми невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всеми, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно не сотворено, едино сущно Отцу им же вся выше, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Дева человечшеся, распятого же за мы при Понтийском Пилате, и страдавшая, и погребенная, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святого Господа истинного, и животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемый, славим его лучшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единым крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Сейчас будут поклоны, но они не земные. Кто хочет, земные делайте. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. Вся небесная сила святых ангелов, ангел, молите о нас, грешных. Святый Иоанн, пророчий и предтеча, и креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о нас, грешных. Святый и славный ангел, и пророцы, и мученицы, и все святые, молите о нас, грешных. Преподобные богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенские, молите о нас, грешных. Исповедники, и непобедимая и непостижимая божественная сила честного и животворящего креста, не остави нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Аминь. Отче наш, и же на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, и вот Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Просвети, Отче мой, Христе Божий, да никогда усну во смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, я буди Божий,
яко по среде хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня, Боже, яко человека, любя от сына непресного во веки веков, аминь, яко не имею дерзновения за премногие грехи наши. Ты же от тебя, родче, гася моли, Богородица Дева, многое мно может моление матерне, как благосердию владыки, не презри грешных молений гласы, яко милостив еси спасти магии же страдать, и о нас изволивай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй нас, на тябу уповахом, не прогневайся на зело, ниже помози беззаконие наших, но презрены не яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты, бо иси, Бог наш, и мы, люди Твои, сеяла руку Твою, и имя Твое призываем ныне присно и веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надежда на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боишься спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков, аминь, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения с Рефим, без исцеления Бога, слава родшую, сущую Богородицу Тя, величаем, величаем, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, сил с нами будь, и много бы разве тебе помощника в скорби дни нужды. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его. Господи, сил с нами будет, и много бы разве тебе помощника в скорби к ней мы. Господи, сил, помилуй нас, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами будет, и много бы разве тебе помощника скорби к ней мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях. Господи, сил с нами будет, и много бы разве тебе помощника скорби к ней мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и лирце, хвалите Его во струнях и органе. Господи, сил с нами будет, и много бы разве тебе помощника скорби к мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его на кинвалях доброгласных, хвалите Его на кинвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Господи, сил с нами будет, и много бы разве тебе помощника скорби к ней мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи, сил с нами будет, и много бы разве тебе помощника в скорби не има мы. Господи, сил, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, аще небыхом, святая Твоя, имели молитвенники и благостыни Твоя, милующих нас, како имели быхом спасе. Пети Тя, Егожи, славословят, непрестанно ангелы, сердцевечи, пощади, души наша, и ныне пресны во веки веков, аминь. Многие множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох, чистое спасение требуя, посети немоществующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дати мне оставление, я же содеях лютых, единоблагословенная. Всесвятая Богородица, во время живота моего не остави меня человеческому предстательству, не верь меня, но сама заступи и помилуй меня.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя, величаем, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя нас. Аминь. Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, ныне, любоначалия, празднослобия, сравлюваем, не дашь мне. Дух же смиренномудрия, целомудрия, терпения и любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй зрите мне моя согрешение осуждать и брата моего, так как благословен и во веки веков. Аминь. Боже, милости мой, согласен, Господи, помилуй меня. Для всех слов слышишь, Господи, прости. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже, милости буди нам грешным. Боже, милости буди нам грешным. Боже, милости буди нам грешным и помилуй нас. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, рвоначалия, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Дух же смиренно мудрее, целомудрее, терпения и любви. Даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй узрите мне мое согрешение и суждать брата моего, как благословен и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче нашей же и Сына небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несь, и остави нам долги наши, якоже мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. И дашь нам, Владыка, над сон грядущим покой тела и души, и сохрани нас от мрачного сна греховного и от всякого темного, и ночного сладострастия, укроти стремление страстей, угаси рожжение, стрел лукавого, я же на ныль стивно движимого, плоти наше, восстание утоли, и всякие земные и вещественные наши мудрования, успи, и даруй нам, Боже, бодр ум, целомудрен помысл, сердце трезвенное, сон легок, всякого сатанинского мечтания, измятения, восстави же нас во время молитвы утвержденно на заповедях Твоих, и память судеб Твоих в себе твердо имуще, всеночное словословие нам даруй, вы же пейте и благословляйте и словословите, пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславная Преснодева Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему, Богу нашему, да спасет Тобой души наши упования. Мой Отец, приведший мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Боже, милости будь нам лишь. Слава нам, Господи помилуй нас. Вечеславом согрешен, Господи, прости, помилуй грешных. Благослови. Завтра в 6 часов будет продолжение чтения и молитвы великого покаянного канона Андрея Крицкого. Ко кресту подходим.